В Ядрень на улицу Молодежная вернулась детская площадка с дополнительными качелями и каруселями. Ситуация вокруг нее вызывала резонанс в республике. Ежедневно она обрастала новыми подробностями. Сегодня в этой истории, надеемся, поставлена точка. Еще весной этого года в Ядрине была принята программа по благоустройству города «Уютный двор детям». В рамках этой программы предполагалось строительство 5 детских игровых площадок. Часть средств была из бюджета, часть предприимчивые люди помогли нам, меценатство проявили. Депутаты от «Единой России» собрали средства. Вот сегодня детский двор, игровой детский двор под номером 6 уже. В 2016 году планируем также 5 площадок открыть в городе. В сентябре этого года на улице Молодежной, как и планировалось, установили детскую площадку. Помог в этом один из предпринимателей. А спустя месяц она была демонтирована. По городу поползли слухи, что ее таинственное исчезновение связано с проигрышем бизнесмена на выборах в местное собрание. Все оказалось гораздо проще. Выяснилось, что одна из местных жительниц пожаловалась на несоблюдение норм безопасности на игровой площадке. И предприниматель демонтировал ее собственными силами, что стало неожиданностью для людей, живущих по соседству. Я не понимаю, откуда взялся этот резонанс. Ситуация предельно ясна. Были обнаружены дефекты, и мы совместно с администрацией города Ядрина решили заменить данные игровые площадки на новые. Гарантия тем более еще не прошла, и мы их заменили по гарантии. Спустя неделю детская площадка вернулась на свое место, но уже в обновленном виде. Стало больше детских игровых форм, кроме горки есть качели и карусель. Теперь площадка для игр отвечает всем стандартам безопасности. Мы очень рады, что у нас появилась новая детская площадка. Будет где детям поиграть.